Детский сад номер 8, видите ли, написал письмо, чтобы мы не строили гараж рядом с детьми. Пришла комиссия. Ну, возникли непредвиденные расходы в виде угощения. Сами понимаете, их осметить нельзя. Дальше. Жильцы соседнего дома ночью засадили строительный участок с саженцами быстро растущих деревьев, а сами тем временем накатали телегу в исполком, что мы уничтожаем зеленую зону. Слава богу, 11 деревьев не привелись. Ну, опять пришла комиссия, но мы были, соответственно, подготовлены, и 3 дерева, которые пустили побеги, предварительно обработали мазутом. Пришлось уплатить штраф за 3 погибших дерева, но участок удалось отстоять. Большую помощь оказал нам лично товарищ Милосердов. Таким образом, мы снова попали в план сдачи объекта этим годом. Это значит, что гараж будет закончен в лучшем случае во втором квартале будущего года. Но мы обещали строительному тресту 8714 подписать акт о приемке строительства этим годом. Тогда их трест получит прогрессивку. Но это их дела. Было совершено 2 поджога. Первый раз сгорела сторожка с рабочими инструментами и спецовками. Во время второго поджога, когда запылали деревянные секции забора, нашим дежурным активистам удалось поймать поджигательницу. Ею оказалась многодетная мать, ну, которую, конечно, пришлось отпустить. Товарищи, во время строительных работ был совершенно случайно поврежден телефонный кабель. Жильцы соседних домов, оставшихся без телефонной связи,
попытались разгромить строительство и нанести физические увечья некоторым членам правления. Опять возникли непредвиденные расходы. Но мы решили оплатить стоимость пальто одного из членов правления, уничтоженного во время установления контактов с обестелефоненными жильцами. Я имею в виду пальто, а не члена правления. Но в настоящее время кабель восстановлен. Садитесь, пожалуйста. Строители взяли на себя повышенные обязательства, но на прошлой неделе бригада опять на стройку не вышла. Ее временно перебросили на аварийный объект. Эта авария, к сожалению, затянулась, но вчера, товарищи, 4 рабочих нам вернули, так что дела идут неплохо. Вот, собственно, и все. Прошу вас, товарищи. Ну, товарищи, кто за то? За что? Кто за то, чтобы признать работу управления гаражно-строительного кооператива «Фауна» удовлетворительной? Ну, а почему удовлетворительной-то? Признать работу хорошей. Верно, славно потрудились, можно и хорошей. Большие молодцы! Да чего там признать прекрасной и пойти домой, чего? Нет, товарищи, у нас не может быть хорошей работы. Бывает удовлетворительной и неудовлетворительной. Кто за то, чтобы признать удовлетворительной? Так, принято единогласно. Благодарю вас всех от имени правления. Можно, но, товарищ, идти? Собрание еще не окончено. Можно? Собрание не окончено. Слово имеет наш секретарь Алла Петровна. Я прошу вас, давайте займем свои места. Товарищи. Правление просит заслушать доклад по хозяйственно-финансовой деятельности правления гаражно-строительного кооператива «Фауна» за истекший срок. В прошедшем году был проделан определенный... Твоя прискакала. Совсем обнаглел, уже на собрание является. На общем собрании гаражно-строительного кооператива. Строительный крест номер 87/15. Добрый вечер, Павел Константинович. Ну сколько можно заседать? Вы зачем пришли? Есть срочное дело. Зайдем за белого медведя. Перегородки получены через домостроительный комбинат. Тут смета оказалась превышенной на 2130 рублей, товарищи. Однако это сильно сэкономило время. Машинисту крана была выплачена премия, которая проведена строго по смете, как оплата дневного сторожа. Дневной сторож был оплачен строго по смете, как укладка асфальта. А работы по укладке асфальта были оплачены строго по смете, как работы по озеленению. Ты же ставишь меня в неловкое положение. О твоей больной печени знает весь институт, от вахтера до директора. Ешь. Я сейчас говорю не о моей больной печени. А о чем? Ты прекрасно знаешь, о чем. Не понимаю. Здесь столько людей, и все видят. Что видят? Наташка, ты не балуйся. О наших отношениях знает весь институт. Я должна бояться за свою репутацию. Я женщина. Ну а ты от чего дрожишь? Ты человек холостой, свободный. Все расходы производились согласно утвержденной смете, но, товарищи, имеется перерасход. Например, шпаклевка. В сумме 56 рублей, который на нас висит. 56 рублей – это, конечно, мелочь. Кошмар какой-то, когда это кончится. Мой бандит один дома заперт. А сколько ему лет? Да 7 уже. А, ну пока мы отсюда выберемся, ему стукнет все 8, а то и 10. И не боитесь одного оставлять? Нет, ну что вы. Понимаете, он привык быть дома один. И потом совершенно самостоятельный мужчина. Я успела заехать покормить его. Правление просит утвердить отчет по финансово-хозяйственной части. Кто за, товарищи, прошу голосовать. Прекрасно, спасибо. Спасибо, спасибо, товарищи. Спасибо. И еще один маленький, но довольно-таки большой вопрос. Ой, жизнь состоит из одних вопросов. А хочется, чтобы она состояла из одних ответов. Разумеется, положительно. Да, но не от вас. Да, для начала получил отрицательный ответ. Представляете, я достала курицу, живого карпа и ветчину. Я понимаю, что курица – это очень важно, но я прошу тишины. Извините, но все-таки... Товарищи, этот вопрос очень деликатный. Где-то очень огорчительный. Меня лично это просто убивает. Как вы знаете, родные мои, у нас по проекту 33 бокса. Поэтому у нас 32 пайщика. Один гараж, как вы знаете, предназначен для ремонта. Так вот,
Несколько дней назад утвердили генеральный план реконструкции нашего района. Впритык к площадке, на которой возводится гараж, пройдет скоростная транспортная магистраль. Она, к сожалению, задевает часть нашего участка. Поэтому нам уменьшили гараж на 5 боксов, товарищи. А магистраль нельзя отодвинуть? Товарищи, товарищи, мы пытались убедить районные организации не трогать наш участок. Но вы сами понимаете, это магистраль. Она прямая, она нужна всему городу. И нам объяснили, единственный выход – это вот сократить число пайщиков на 5 человек. Сейчас начнется бог знает что. Ну что мы сделали? Мы сразу собрали экстренное заседание правления. Первое, что мы решили, это отказаться от ремонтного бокса. Для нас главные люди, а не машины, естественно. Вот, нам придется сократить только 4 человек, а не 5. Ну что, 4 – это лучше, чем 5. Ну, хуже, чем 3. Фетисов. Товарищи, мы тщательно взвешивали каждую кандидатуру. Мы принимали во внимание все. И кто когда вносил деньги, оказывал помощь строительству, ездил хлопотать в различные инстанции, участвовал вот в субботниках, сторожил по ночам. Сейчас я зачитаю список лиц, которых мы предлагаем исключить, то есть вывести. Ну что там миндальничать, ведь дело есть дело, исключить. Да, и тут же внести в новый список, в наш резерв. Мы будем добиваться второй очереди. Кто-то может выбыть по собственному желанию или... Извините, жизнь есть жизнь, может умереть. Товарищи, этот список согласован с дирекцией и с общественными организациями нашего института по охране животных. Так, сейчас меня вышибут на 1 семью 2 гаража. Итак, зачитываю список с болью в сердце. Зачитывайте. С болью в сердце зачитываю список. Зачитывайте. Ну, Хвостов Семен Александрович. Ну, мы все боролись за товарища Хвостова, пытались его защитить, отстоять. Мы сделали все. Все возможное. Но есть пределы нашим возможностям, товарищи. Номер 2. Гуськов Евгений Иванович. Ну, все мы относимся к товарищу Гуськову с большой симпатией. Как Гуськов? Это... Почему Гуськов? Я так и знала. Понимаете? Все! Хватит! Я вам не позволю издеваться над моим мужем! Жена Гуськова, не нервничайте! Все, отойди, отойди, все! Не надо скандалить, не надо! Вы поймите меня, мой Гуськов в нашем институте известный козел отпущения. Он делает научные открытия, а лауреатство хапают другие, которые примазались к открытию. А вы знаете, мой Гуськов имеет фигушки. От меня достаньте, не надо мне. Он пишет научный доклад для симпозиума в Париже, а едете за шмотками вы, товарища Никеева. А моего Гуськова вместо Парижа загоняет в Нижний Тагил. Командировочный 2,60 в день. И вообще, мой Гуськов в Нижнем Тагиле радикулит заработал. Жена Гуськова, успокойтесь, сядьте, не мешайте вести собрание. Что касается Парижа, то в соответствующих сферах было решено, что еду именно я. Во-первых, я доктор наук, потом мои труды по орнитологии переведены на французский. Я очень хотела, чтобы поехал Гуськов. Тоже. Очень. Но насчет шмоток. Я лично все деньги потратила на научные книги. Да? А кассетный магнитофон кто привез? Вы его видели? Видела. Вы его слышали? Слышала. Вы его включали? Да. Ну, как вам не совестно? Мы все... Ну, как ребенок, честное слово. Будьте любезны, передайте мне копию списка. Спасибо. Фетисов Виталий Кузьмич. Ну, знаете, товарищ Фетисов попал в этот скорбный... Да вы что, список. Как же можно меня выгонять? Я за машину родину продал. Что? Что?
Чего ты? Ничего. Да, ну это что-то. Да. Попрошу факт продажи родины зафиксировать в протоколе. И сколько вам за это заплатили? В конвертируемой валюте или в рублях? В рублях! В рублях! Хватил на Запорожец и на гараж. Что же вы так продешевили? Так ведь это не пригородные дачи под Москвой, как у некоторых. А дом в деревне. Хотя участок 15 соток. Дом в 2 этажа. Но вот удобство во дворе. А этого теперь не любят, все образованные стали. И потом от железной дороги 7,5 километров. Пока с авоськами допрешь, зато из дома вид на реку. Из протокола про продажу вычеркните. А за рекой луг. Этот дом мой дед построил. И отец там родился, и я предатель. Когда мать умерла, мне жена все уши пробубнила. Продадим, продадим, продадим. Кому эта рухлядь нужна? Рухлядь. А там во дворе сарай железом крытый. А погреб какой? Это лирическое отступление, надо бы кончать. Да у нас, если хотите, до сих пор в реке рыба водится. Несмотря ни на что, несмотря ни на какие институты. А я продал. А меня правление продало. Вот дает начальник отдела насекомых. Набегался за бабочками. О, кому хорошо-то. И последний, Якубов Александр Григорьевич, как это ни прискорбно. Лично я знаю товарища Якубу, как говорится, 100 лет. Да, и все эти 100 лет мы знаем его с самой лучшей стороны. И, тем не менее, кто-то должен. То есть, простите, кого-то мы должны. Должны. Хвостов, не напрягайте связки, вам вредно. Откуда взялся этот болтун? Нехорошо, некрасиво, непорядочно так говорить. Семен Александрович наш лучший лаборант. А лучшие всегда идут впереди. Да я вам все расскажу подробно. Подробно не надо. Наташа, ты не член кооператива, сядь и успокойся. Я вообще не понимаю, что ты здесь делаешь. Товарищи, домой хочу, к невесте. Я, между прочим, сюда прямо из ЗАГСа пришел. Пусти меня. Семен Александрович Хвостов работает с фауной Ледовитого океана. И нежно любит нашего тюленя, Борю. И вот когда Боря заболел, то Семен Александрович прыгнул в бассейн с ледяной водой, чтобы дать тюленю лекарство. Так Хвостов простудился и потерял голос. Врачи говорят, очень, надолго. Очень трогательная история. Какие лекарства? Вот Семен Александрович громко протестует против несправедливого и бессовестного исключения. Я вас правильно перевела? Вот он и кивает, как дрессированный тюлень. Сядьте. Товарищи. Уйдите отсюда. Товарищи, голосуем каждого в отдельности или списком? Да, товарищ, списком, списком. Чего там волым купили? Все работали. Он один работал, остальные не работали. Хвостов. Хвостов, уйдите! От вас слишком большой шум. Уйдите, пожалуйста, отсюда. Александр Григорьевич, надо бороться. Бесполезно. Тех, которых не исключили, вон их насколько больше. И каждый, естественно, проголосует против нас. Нет, не может быть, чтобы каждый... Итак, дорогие друзья, будем голосовать списком. Подождите! Подождите, не поднимайте руки! Вы их потом всю жизнь отмоете! Жена Гуськова, ну что вы так волнуетесь? Может быть, собрание еще и не согласится с правлением? В нашем кооперативе с правлением всегда согласны. Да, не соглашаться с правлением, это все равно, что против ветра плевать. Товарищ, я умоляю, ну пожалейте же Гуськова, он застенчивый человек. А у нас во дворе с машины каждую ночь что-нибудь воруют. Вчера подварник открутили. Товарищи, кто за? Голосуем. Я против! Сначала надо голосовать, кто против! Уйдите, Хвостов. Что же вы обе руки-то тянете?
ласковые да, моя... Да, потому что здесь у нас подхалимов прилипал, подголосников, лихоблюдов или задеев много, а нас, честных, мало. Если бы я была в брюках, я бы две ноги задрала. Жена Гуськова, уйдите отсюда, покиньте собрание, вы ведете себя бездравственно. Только под конвоем. Товарищи, я понимаю, что это очень плачевная процедура. Но она неизбежна. Давайте голосовать, иначе вы так никогда не кончите. Не совсем красиво получается у вас. Да, стыдно, стыдно, товарищи. Но голосовать надо. Голосовать, конечно. Позвольте, мне нужно кое-что выяснить. По имеющимся у меня сведениям, в списке пайщиков появился какой-то там Милосердов. Но никакого Милосердова мы на собрание не принимали. Как вы смеете называть товарища Милосердова какой-то и никакой? Товарищи, я даю уважаемому собранию справку. Правление действительно кооптировало в члены гаражестроительного кооператива сына товарища Милосердова. Мы не сомневались и не сомневаемся, что по этому поводу не может возникнуть никаких возражений. Да что же это делать-то, а? Сынка большого начальника Павлатов впихнули. Уйди! А меня, работник института, выпихнули. Что получается? Разрешите мне сказать. Мы здесь все свои люди. Давайте говорить на чистоту. Вот приняли сына товарища Милосердова в кооператив, и гараж быстро начал строиться. Вспомните, сколько лет мы мыкались. Вы так об этом говорите, будто наш гараж какое-то левое строительство, а я во всем и везде привык идти законным путем. Законным путем идти можно, дойти трудно. Товарищи исправления, предъявите нам сына нашего благодетеля. Товарищ Милосердов младший, вы не возражаете против того, чтобы показаться на глаза собравшимся? Нет, нет, не возражаю. Хорошенький. Где такой пиджачок рванули? В Сингапуре. Далеко. Далеко. Он сам себя принял. Я могу сесть? Да, конечно. Благодарю за внимание. Но я ж не виноват, что я его сын. Родители не выбирают, хотя я лично своими доволен. А вас как зовут? Марина. Только я вас умоляю, не называйте своего имени. Вы для меня навсегда останетесь сын Милосердова. В этом романтика нашего времени. Прошу голосовать. Раз, два, три, так, четыре, пять, шесть. Хвостов, уйдите, вы уже выступали. Мешайте. Что такое? Безобразие какое. Хвостов, покиньте стол президиума немедленно. Ой. А он не слезет. Он лежит в знак протеста. А у нас не курит. Бедняга, да он не может протестовать иначе. Ничего себе, кооперативчик, ничего себе, собрание-то. Товарищи, у меня курица потекла. Успокойтесь вы со своей курицей. Ой, ну оставьте. Товарищи, хорошо. Ладно. Ой, все. Пусть лежит, если ему так нравится. Давайте голосовать, товарищи. Не дам голосовать! Не дам голосовать! Я бегу других! Я простой человек, но деньги у меня такие же! Тише, 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 тише! Уйди отсюда, труба, уйди! Да не труба, а трамбон! Понял? Я дом продал! Мне там на участке 12 яблонь! И все ухоженные, все приносят! Я во всех субботниках участвовал! Я вам покажу еще, вы меня не знаете! Молчать! Хватит! Смирно! Одна бумаги рвет, другой на столе валяется, третий истерики устраивает, про яблони тут рассказывает частный собственник. Все кандидатуры утверждены и согласованы. Вам что, порядки наши не нравятся? То, что вытворяет ваше правление, это произвол. Только собрание вправе решать, кто здесь четверо лишних. Хватит болтологии. Товарищи, товарищ председатель, мы что, здесь до утра намерены торчать? Товарищи, все это бессовестно. Ну, неужели вы не заступитесь, Павел Константинович? Вас-то они послушают. Папа в своей жизни уже достаточно заступался. Это дорого обошлось. Ему и тем, за кого он заступался. Что было, то было. И не лезь в драку. У нас сами рыло в пуху. Да я и не лезу. В конце концов,
имею я право узнать, кто в нашем гараже не из нашего института, а? Золотой мой, что-что, а право-то вы имеете. Тогда огласите. Будьте любезны, приподнимите животик, я достану список. Черт с ним, с этим малахольным. Вы же наизусть вспомните. Ну, хорошо. Кооператив «Фауна» находится под эгидой нашего института. Но вначале у нас просто не хватало заявлений. Вы знаете, люди всегда долго раскачиваются. Поэтому мы приняли несколько человек, не работающих в нашем институте, но живущих неподалеку от будущего гаража. У нас есть замечательный храбрый полковник. Вот он здесь. У нас есть очаровательный крупный дипломат. Я здесь за него, я родственница. Да, сейчас он за границей. И небезызвестный заслуженный артист-тромбонист из знаменитого оркестра, он перед вами. Мы их всех утверждали на общем собрании и не имеем права исключать из нашего кооператива, потому что они не из нашего института, тем более, что они-то принимали самое активное участие. Странная у вас память. Вы забыли упомянуть о щедром и могущественном директоре рынка. Как? Каком еще директоре рынка? Мы рынок не принимали. Не принимали рынок. Правильно. Правильно она говорит. Трубач был. Тромбонист. Но все равно. Генерал был. Полковник. Все равно. Дипломата помню. Рынка не было. Нет, был. Если этот псих слезет со стола, я вам предъявлю протокол. Директора рынка вы после вписали в протокол. В наше время секретов не было. Дорогой мой, как вы смеете? Смею. Смею. И вам я недорогой. Да закругляйтесь, я домой хочу. К невесте. Она такая, в белом платье и... Правильно, вы все в белом, а мы... Товарищи, в этом правлении все жулики. Вам директор рынка всем сунул. Вы, жена Гуськова, ответите мне за клевету. Да. А вы, товарищ Аникеева, за получение взятки. Где директор рынка? Дайте мне его! Я из него мясной ряд сделаю! Пожалуйста, делайте из меня мясной ряд. Почем же вы будете брать за кило, не знаете? Я вам скажу. Вот эта вот часть, вот эта вот, называется голяшка. Здесь не дороже 3 рублей. Идет только на студень. Дальше... Я знаю. Вы не знаете. Это огузок. Огузок. Здесь вы можете взять и по 4 рубля. Идет и на первое, и на второе. Вот дальше вы знаете. Это задняя часть. Все всегда любят именно заднюю часть. Там много мяса и мало костей. Можно содрать и по 5, и по 6 рублей. Какая бесстыжая баба. По-вашему, по-мещанскому, если человек работник торговли, значит, это обязательно вор и взятошник? Что она может украсть на рынке? Это ж не магазин, в конце концов. Что я могу украсть на рынке? Весы, белый халат, прилавок? Действительно, рынок открывается в 7 утра. Она встает в 5:30. 5:30 я работаю как каторжная. Это правда, ведь у нее тюремный. Это точно, по ней тюрьма плачет. Человек встает, чуть свет, для того, чтобы вы, жена Гуськова, могли покупать свежие овощи, мясо, порог, я не могу, фрукты. Я не могу покупать по рыночным ценам. Я, в отличие от вас, товарищ Аникеева, в правлении не состою. Мне в лапу не суют. Заткнитесь вы, истеричка. Слушайте, вы эти грязные намеки прекратите. И у меня перед лицом ручонками не размахивайте. А что это вы, товарищ Аникеева, так страстно защищаете ее? Это наводит на подозрение. Да. На эту тему я вообще разговаривать не желаю. Это почему же? Товарищи! А потому же. Я предлагаю взять директора рынка и вышвырнуть. Что, товарищи? Я возражаю, потому что правление подготовилось к собранию. Верно, на рынке готовилось среди помидоров. О, я вообще съела помидорчик. При чем здесь помидоры, я не понимаю. Я настаиваю. Вы достаточно наслушались, прихвостень правления. Да, мне нравится наше правление. Мне нравится руководство нашего института.
Потому что я против анархии. Я за порядок и дисциплину. Я из большинства. Но таких, как я, все держится. А для вас самое главное — личные интересы. Будь, мол, у меня гараж. Остальное все пропади пропадом. Ну как раз у нас-то и не будет гаражей. Это частность, которая к общему делу не имеет никакого отношения. Вы знаете, вы совсем уже нахальство такое. Товарищи, товарищи, я предлагаю для пользы общего дела переизбрать правление. Правильно! Опустите руки, я этого не позволю! Что такое? Опустите руки! Только подвинься, друг! Подвинься! Я лягу рядом с тобой! Знак протеста! Какой маразм! То ли еще будет! В конце концов, вы председатель или рыба мороженая? Хоть что-нибудь, что угодно. Ну, господи, сколько можно здесь сидеть? Уже 3 часа Товарищи! Что за список, предложенный правлением? Да. Я прошу поднять руку. Прекратите! Ну что, вы фонарели, что ли? Кто за список правления, прошу голосовать. Ну и другое дело. 1, 2, 3 Замолчите. 4, 5, 6, 7 Возмутительно! 9, замолчите вы, наконец! Не трогайте давайчих хвостов! 24, 25 Кто против? Подумать только, среди тех, кого не исключили, не нашлось ни одного порядочного человека. А вы-то сами. А я не претендую. Кто воздержался? Я воздержалась. Нашелся хоть один полупорядочный, то я, слава богу. Я не желаю участвовать в этом безобразии. Ну что ж, товарищи, слава богу. Поздравляю. На этом вопрос, так сказать, закончен. Надо было и мне голосовать против. Конечно, это ни к чему бы не привело. Но я бы не чувствовал себя так мерзко. Испугался. 2 гаража на 1 семью Ладно, не мучайся. Совесть сегодня не в моде. К сожалению. Да, нам, интеллигентам, свойственно делать пакость, а потом долго-долго себя терзать. Минуточку, товарищи. Нет, нет, ничего страшного. Но мы опять вынуждены вас ограбить. Сдавайте по 40 рублей на непредвиденные расходы. Можно вас попросить стоять спокойно, а? Ну, жена Гуськова, хвосту, слезайте со стола, вы уже посторонние. Поэт на столе президиум имеет право только члена кооператива. Отлично! Ну, умыл, молодец. Список. Что это? Товарищ! Где? Что? Товарищи, они украли все наши документы! Ну, все до единого! Ну, это уже вы знаете чересчур. Ведь это ж подсудное дело! Вы что? Отдайте бумажки, вы же свое отыграли. Хвостов, голубчик, зачем вам понадобились наши документики? Да не крал он ваши документы! Не крал! Он их съел! Я лежала на столе рядом с ним и видела, как он дожевывал последний список. Вот почему бумаги, да? Семен Александрович, вы действительно все съели? Спасибо. Как ветеринар, я обещаю вам, прожорливый мой, заворот кишок. Да, у него будет! Будет заворот кишок! Знак протеста! Я до верхов дойду! Я еще вас выведу на чистую воду. Лично я хочу на свежий воздух как можно скорее. Правильно! Одно ваше присутствие загрязняет окружающую среду. Как вас только муж терпит, а? А вы, а вот, а у вас бриллианты до ручки на ворованные деньги, а? Ну хватит! Да выключите вы эту рыбу к чертовой бабушке! Товарищи! Я хочу сказать вам несколько слов, это очень важно. Ваш поезд уже ушел. Тихоните вы ее, ради бога. Да дайте человеку сказать. Да вы что, очумели, что ли? 3 часа, что ли, здесь сидеть? Надоело это, вор, говорильня. Лично я вот сдаю 40 рублей, вот. Товарищи. Значит, 40. И исчезаю. Товарищи, подождите, мне необходимо выступить. Мы поступили, но, честное слово, несправедливо. Слушайте, ну идите домой. Идите, надоело. У вас там ребенок один. Вспомните, что вы мать. А вы ей глотку не стыкайте.
Елена Павловна, пожалуйста, мы дадим вам слово. Мы сейчас все разойдемся, и выступайте, сколько вам заблагорассудится. Пожалуйста. Прекрасно, уходите. Я все равно скажу все, что я об этом думаю. Вы перед чучелами это все скажите, а то они уж давно созрели. Товарищи! Вы знаете, кто-то запер дверь. Вы что там, сядь или что ли? Да, это дурная шутка. Откройте же! Откройте немедленно, в конце концов! Эту бесстыдную акцию наверняка совершил кто-нибудь из исключенных. Правильно! Правильно! Знак протеста! Мы вас живыми не выпустим! Правильно! Как я сам не дотумкал! Как я сам не дотумкал! Правильно вас все-таки исключили! Правильно! Это Хвостов. Я чувствую, что это Хвостов. Вы посмотрите, как у него бегают глаза. Вы видите? Это возмутительно. У меня завтра в 10 утра запись на радио. Фондовая. Хвостов. Ну вот что. Хвостов. Или кто там еще? Немедленно откройте дверь. Вот они. Да у меня жена больная, вы понимаете? Она с ума сходит. Куда это я подевался? Ключ немедленно. Уйди отсюда. Друзья, выпустите меня отсюда. У меня сегодня брачная ночь. Ну и что? Как это ну и что? Товарищи, товарищи, давайте взломаем дверь. Но это будет не так-то легко сделать. Это здание ведь не теперь строилось. Да вы что? Вы понимаете, что вы говорите? Вы, как вы выражаетесь, высадите дверь. А кто будет охранять эти бесценные экспонаты? Нашему бегемоту 120 лет! Я, как заместитель директора, категорически запрещаю это делать. Дорогие мои... бывшие члены кооператива. Я отлично понимаю и где-то, поверьте мне, разделяю ваши чувства. Но, пожалуйста, перестаньте самовольничать и верните ключи. Слушайте, мы все равно уже заперты. Ну, дайте мне толкнуть речь. Дома ну, пожалуйста. Соседям, родственникам, там толкайте сколько хотите. Пожалуйста, родные мои, признайтесь, кто совершил этот разбой. Будет хуже, мои серебряные. Ну, понимаете? Я заперла, я. Что? Ну, легче вам от этого. Что значит вы? Сильна, малышка. Вы понимаете, что вы говорите, вы? Вы понимаете или нет? Я заперла дверь. Болтает, успокойтесь. Зачем вы это сделали? Вас же не исключили. Вам, боюсь, этого не понять. А ветчина уже позеленела. Что вы свечете? Уйдите вы с вашей ветчиной! Товарищи, давайте возьмем и отберем у нее ключи. Конечно. Вы что же будете женщину обыскивать? Зачем? Это сделаю я. Вот личность, ни стыда, ни совести. Не надо. Не затрудняйтесь. Я могу... сама раздеться без посторонней помощи. Я просто боюсь, что это не доставит удовольствия присутствующим. Да уж, это действительно. Отдай ключи, гадюка! Вы держите, товарищи! Я не настолько глупа, чтобы в обществе таких благородных людей держать при себе ключи, товарищи. Я их спрятала в надежном месте. Я ей не верю. Придется все-таки ее обыскать. Лидия Владимировна, вы что, в своем уме? Ничего, Павел Константинович, успокойтесь. Пускай это устраивает этот шмон. Какой кошмар. Как? Шмон. Кошмар. Боже мой. Нет, я просто говорю, что мы не имеем права самовольничать, товарищ. Это надо делать с разрешения общего собрания, я не знаю. Товарищи, кто за то, чтобы меня обыскать? Давайте, товарищи, не робейте, давайте. Я за. Спасибо. А я против. Спасибо. А я хочу вырваться отсюда, у меня жена больная. Я проголосую за что угодно, только отсюда смотаться. У него жена больная, а у меня невеста здоровая. Я за. Товарищи, конечно, вам этого не понять. Но у меня завтра утром запись на радио. Если я не выскажусь, я такое сфальшиваю. Другого выхода нет. Я вообще встаю ни свет ни заря, половина пятого.
Обыск отвратительная штука, но это вынужденная необходимость, товарищи. На что только не приходится идти, чтобы вернуть пайщиков их семьям. Прошу внести в протокол. Я протестую. Профессор, мы запомним, что вы протестуете, но записать некуда, ведь протокол съели. Товарищи, ну, кто что будет меня сейчас быть, будет стриптиз? Остановись! Ну, хорошо, один, пожалуйста. Так, начнем. Леночка. Начнем с сумочки. Прекратите. Пожалуйста, Алла Алексеевна, возьмите ее потише. Так, вот потишко это? Получите. Да. Жалость какая, фотографа нету. Товарищи, у меня нет опыта. Я это делаю непрофессионально. Лиха беда начала. Ключа здесь нет. Ладно, да смелей, смелей. Не стесняйтесь, пожалуйста. Ой, щекотно. Да что вы, я этого не позволю. Ой, что вы, пройдите сюда. Вы не распускайте руки. Вы видели? Он меня ударил. Не пачкайте. Я видела, он ударил. Не пачкайте руки, товарищи. Вы же видите, единственный способ предотвратить рукопашную, это предоставить мне слово. Какое еще слово? Зачем? Господи. Где ключ? Ключ где, паршивая моя? Может, она с приветом, как Хвостов? Тот все документы слопал, а эта малявка ключ проглотила, а? Ну, что вы. Ключ здоровенный, она подавилась. Слушайте, товарищи, знаете что? Придется уступить силе. Ну, о чем вы собираетесь говорить? О чем? Значит, вы мне даете слово. Да пропади она пропадом. Пусть мелит все, что угодно. Вы только дайте только ей регламент. У меня жена больная. Кстати, есть здесь телефон? Я хочу поговорить. Да нет здесь телефона. А? Действительно, чего мы боимся? Эту курицу. Пусть кудахчет. Только покороче. Пусть... Ну, хорошо, товарищи. Открываем вторую серию нашего многосерийного собрания. Я предоставляю слово товарищу Малаевой. Только, пожалуйста, говорите быстрее, не размазывайте, а то у нас дома поднимется переполох. Прежде чем вы начнете говорить, выпустите меня одного. Меня невеста дома ждет, а... Я очень хорошо понимаю ваше нетерпение, но если я открою дверь для вас, от моих вырвутся все. Вы что? Товарищ Жерих, тихо, товарищ. Товарищ Жерих, вы совершили грубейшую ошибку. Почему? Надо было закончить сначала все дела с невестой, а уж потом идти на собрание. Да ладно! Отоприте дверь! Что вы, спины со счета? Давайте. Товарищи, мы работаем в институте, который занимается охраной животных. Человек – это тоже животное. Что это такое? А? Его тоже надо охранять. От кого? Человека надо охранять от человека. От жадности, которая нас съедает. От желания захватить, захапать. Товарищи, мы поступили низко. Это мягко сказано. Мы подлецы. Так, начала читать мораль. Вы подумайте, никто, ни один человек из тех, кого не тронули, она здесь 28. Короче, можете? Да. Не выступил против, я даже не знаю, как это сказать, нечистоплотности правления. Правление, конечно, выбрало четверых самых беззащитных. И вы подумайте, ведь речь-то идет не об угрозе жизни, не о свободе, не о детях, не о работе. Нет? Речь выхода идет нет? о каком-то ящике, в котором можно хранить груду штампованного железа. Между прочим, это железо стоит 6, даже 8 тысяч. Это ваше мое дешевле. Товарищи, я предлагаю
жить по демократическим советским принципам. Товарищи, для этого надо начать все сначала. Да, в час. В час ночи это в самый раз. Оказывается, белые вороны еще существуют. В природе это большая редкость, но, по счастью, у нас есть. По счастью, у вас есть. Да, да. Обсудить каждого пайщика в отдельности. Да она же чокнутая! Каждого голосовать и по числу голосов решить, кто тут лишний. Ласточка моя, маленькая, нам для этого потребуется несколько недель. Хоть год. Для правды времени не жалко. Не дудите, музыкальный вы мой! С ума можешь сойти? Что вы раздуделись на ночь глядя? Если ты такая принципиальная, отдай свой гараж и выметайся отсюда добровольно. Если собрание решит меня исключить, я выметусь и жаловаться не буду. У тебя дома ребенок голодный, а ты ее родствуешь. Мой ребенок. Хочу, кормлю, хочу, нет. Видите, она и в семье вот так вот. К примеру, вы вычеркнули, Александр Григорьевич. Ясное дело, человек вышел на пенсию и списали человека. А то, что он 30 лет в нашем институте отышачил. Отработал. Отработал. То, что он всю войну разведчиком прошел. Два ордена славы. Медаль за взятие Берлина. Это, конечно, значения не имеет. Это когда было. Или возьмем злосчастного Гуськова. Гуськова! Гуськова, да, товарищи! Извините. Гуськова! Помолчите. Прекратите труды. Все! Что за шутки в самом деле? Товарищи, правление о военных заслугах товарища Якубова, к сожалению, понятия не имело. Александр Григорьевич, миленький, ну почему же вы нам ничего не сказали о своем славном военном прошлом? Ну почему? Да какое имеет значение это военное прошлое для получения гаража? Но как же? Ну, стой! Товарищи, у нас тут страшная недоработка, просто страшная. Конечно. Нужно было просмотреть личное дело каждого. Конечно, конечно. Спасибо вам, товарищ. Вы распоясались. Спасибо. Пожалуйста. За своевременный сигнал. Вот только теперь я поняла, как вы правильно поступили, заперев дверь. Товарищи, мы совершили грубейшую, я бы просто сказала бы, политическую ошибку. Хорошо, но как вы думаете все это исправлять? Знаете... Товарищи, простите, мы, разумеется, вас восстановим. Да, Александр Григорьевич. Я не знаю, как это, но, вероятно, за счет кого-нибудь другого. Да. Я за! Я за! А я против! А как же с нами будет? Так, кого именно вы хотите вышвырнуть? Товарищ, да. Дело в том, что правление просто зашло в тупик. Я объявляю перерыв. О, нет. Мы прервемся, товарищи, прервемся. Какой перерыв? Половина второго ночи. Это же прям невозможно уже. Черт знает что. Так, скажите хоть что-нибудь. Я не понимаю, что, собственно говоря, здесь происходит? Что это такое? Выскочило это... Да. Шмакодявка, понимаешь? И теперь вы что, должны все перестроиться, перековаться? Да. Ча. Отдавать Ча. Друг другу гаражи? Ча. Нет. Прихиндей. Мы всего этого наслышались Ча. И начитались. Всего такого и этакого. Правильные вещи говорить. Я против. Я даже сказать ничего. Не надо. И все, поняли. Как это так? Мы, собственно говоря, здесь все боремся за место под солнцем. Да. Сбейте гаража. Что там скрывать? Место под солнцем на юге, в Сочи. Перерыв! Да не будет! Позвольте, меня восстановили или нет? Александр Григорьевич, считайте, что ваша машина уже стоит в гараже. Александр Григорьевич, что ж, спасибо. Вы восстановлены. Чем никогда. Поздравляю. Восстановлены. Извините. А мы-то как, жизнь, товарищи? Да? Каждый счастлив в одиночку. Сейчас.
Лисица, которая устроила всю эту заваруху. Да, Манес. Что это такое? С чем это едят? Младший научный сотрудник, кандидат наук. Специалист по ядовитым змеям. А, она многому от них набралась. Или змеи от нее. Если женщина с такими внешними данными борется за правду, она наверняка не замужем. О, угадали. Муж давно ее бросил? Мужа отродясь не было. Как так? Я слышала, ребеночек-то имеется. Мир не без добрых людей. Да нет, я не люблю всякие эти слухи, всевозможные пересуды, но у нас говорили, что ребеночек... Ой, какой ужас. Раньше мужчины платили женщинам, это было нормально, а теперь какое падение нравов. Елена Павловна? Да. Я ведь в автомобилях дока и всякую профилактику, и любой ремонт. Я знаю. Вы великий народный умелец. Так что для вас я все сделаю. Бесплатно, конечно. Спасибо. Спасибо. Да я ваш чахлый москвичонок Мерседес превращу. Спасибо, Виталий, но мое выступление, оно ведь ничего не изменит. А это вне зависимости. Это вне зависимости. Спасибо. Ну почему ты на мне не женишься? А чего тебе не хватает? Отпуск мы и так проводим вместе. Если куда выбираемся в театр, тоже вдвоем. И в кино. Тебе не хватает официального положения профессорской жены. Надоело быть любовницей. Унизительно. Но это ханжеская точка зрения. А я сама ханжа. Я же старше тебя настолько. Уж не будем подсчитывать, насколько. Скажите, там нет выхода? Нет, там тупик. Полный тупик. Через несколько лет я вообще превращусь в старика. А ты все еще останешься молодой, сильной женщиной. Начнешь исчезать по всякому удобному и неудобному случаю. Извини, но ты несешь такую ерунду, на которую я даже отвечать не желаю. Я тебя люблю и хочу за тебя замуж. Но я на этом заклинена. Кто там? Выпустите нас! Откройте, ради бога! Позовите товарища Никееву. Я ее муж. Петр Петрович, это ты? Ледусик, это я. Петр Петрович, спасите нас! Ледусик, там внизу толпа родных и близких, все психуют. Что у вас происходит? Пусти меня! Петр Петрович, тут одна дефективная нас заперла, понимаешь? Да, получилось закрытое, то есть запертое собрание. И нас... Вахтер пропустил меня одного, он знает, что я муж заместителя директора. Так... Товарищ директор, там у вахтера есть запасные ключи! Он не отдает. Ваш вахтер идиот. Да, но он на посту. Ну почему моя счастье должна зависеть от какого-то вахтера? Да перестаньте вы. Ага, скажи ему, что я ему приказываю отдать ключи. А значит, полезно, он подчиняется только начальнику охраны. Найдите же вы этого начальника охраны. Ледусик. А? Сашенька никак не засыпает, требует бабушку. Ну скажи ему что-нибудь, ну придумай. Скажи, что бабушка... улетела на ковре самолете. Позвоните по телефону, что сюда... Да помолчите вы! Ну, придумай что-нибудь, ну, слышишь? А что передать родным и близким? Ну, передайте, пусть расходятся по домам. Ведь собрание когда-нибудь кончится. Я сейчас закричу! Подождите, миленький, не кричите, миленький. Все кончается на этом свете рано или поздно. Какая романтическая ночь. У меня такое ощущение, что мы с вами в джунглях. Кругом звери и дикари. Да. Слышите?
Явно трубит слон. Наверное, у него брачный период, как у нашего жениха. Между прочим, нас с вами в этих джунглях могут съесть в любую минуту. Ну, давайте хоть познакомимся перед смертью. А, про вас все ясно. Закончили институт международных отношений. Вы мне льстите. Ну, восточных языков. А опять промахнулись. Ну, я не знаю, кинематографии, что ли. Ну, вы идете по стандарту, раз сын милосердного, значит, что-то очень модно. Неужели вы слесарь? Нет, это чересчур. Я археолог. Меня как-то слабо интересует настоящее. Я предпочитаю копаться в прошлом. Ну, а вы, дочка профессора, кто? У меня все по штампу. Нормально. Закончила факультет. Филологический в МГУ. Факультет невест называется, знаете. Занимаюсь сатирой. Русская или иностранная? Нашей. По 19 веку? Нет, современной. У вас потрясающая профессия. Вы занимаетесь тем, чего нет. Знаете, а вы занятные. Да выпустите меня отсюда. Имейте же сострадание. Ну, что ты кипятишься? Что ты так приспичила? Да. Ты же не мальчик уже. Да. Вы уж который раз, небось, женитесь. В первый. Товарищ Малаева, можно вас на минутку? Извините, товарищи. Пошли. Спасибо. Что ж вы так терзаетесь? Да я не терзаюсь. Понимаете, я добивался, я 17 лет. Да? Угу. А сколько вам сейчас? А, много. Я люблю ее с 9 класса. Она дважды выходила замуж, а я ждал. И вот, видите, дождался. Понимаете, я умоляю вас на колесах. Что вы? Перестаньте. Я выпущу вас. Ой-ой-ой. Все-все, я понял. Понял, тихо. Понял. Идите к дверям и стойте там, как ни в чем не бывало. Только с вами. Скажите, а, да? А где вы достаете свечи? Какие свечи? У меня электричество. А, у меня есть сосед, который имеет... Пожалуйста, а, вот сюда, вот сюда. А вот, как вот. Вы поступаете с карбюратором? Ой, с карбюратором я поступаю великолепно. Попались. Извините, не судьба. Ну-ка, позвольте-ка. Ну-ка, отойдите отсюда, дайте за ключ. Я вам серьезно говорю. Я вам серьезно говорю, товарищи. Косточку порвете. Какое безобразие. Отдайте ключ, я вам говорю. Что за манеры? Отдайте ключ. Вот, тебе-то что? Где ключи? Там ключи. Ключи. Боже мой, боже, пока я здесь бегаю, она же запросто выйдет замуж за другого. Я ее знаю! А мы ключ в другом месте спрятали. Что? Сударыня, ты моя, сударыня, ты моя. А ключик-то не нашли. Фигурки, мама, не ключ. Товарищи,
Уже глубокая ночь. Положа руку на сердце, очень хочется спать. Пороху мы сегодня все равно не изобретем. Давайте перенесем собрание на другой день. Я согласна. Я тоже за. Вы знаете, все устали, никто ничего не соображает. Утро вечера мудренее, предлагаю лечь поспать. Как поспать? А где спать-то? Да здесь, конечно, в зале. Где же еще сейчас можно спать? На полу, на столе. А утром на свечу голову. Да она просто издевается над нами. Я сейчас вас тромбоном ударю. Я тебя убью. Если ты ее хоть пальцем тронешь, я тебе все ребра переломаю, если отыщу, конечно. Да я... Товарищи, вы же интеллигентные люди. Разрешите? Позвольте, пожалуйста. Пожалуйста. Павел Константинович, вы ошиблись, вы встали не туда. Я в жизни очень часто ошибался, но сейчас я встал именно туда, куда нужно. Ага, я тоже стану туда, куда нужно. Дайте нам разойтись. Мы соберемся снова. Если мы сейчас отопрем дверь, то второй раз по этому поводу вы собрание не созовете. Ключики мы вам не отдадим. Мы вам не буратины. Мы вам люди. Люди мои. Люди мои, вы дороги мне и те, и другие. Хорошо. Да я вас по стенке возьму. Кровопролитие и междоусобицы я не потерплю. Стоп, стоять. Все. Давайте спать. Спать. Ах, подстилка коротковата. Жаль. Сейчас и подушечку принесем. Не трогайте макака суматранского. Это же единственный экземпляр у нас в стране. Вы что? Так. Спокойной ночи, малыши. Давайте, укладывайте. Кто как может. Слушайте, вы, председатель, вы что, с ума сошли? Да вы что, действительно хотите повергнуть всех во всеобщий повальный сон, слышите? А вы что, предпочитаете спать стоя, как боевая лошадь? Будь проклят тот день, когда я купил машину! До чего довели человека? Будь проклят тот день, когда я вступил в этот проклятый кооператив! Да успокойтесь, пожалуйста. Будь проклят этот проклятый гараж! Все, был музыкант. Будь проклято это... Проклятое! Проклятое собрание! Товарищ председатель, я не хочу спать один и не буду! Я выброшусь в окно! Под вашу ответственность я покончу с собой! Куда здесь высоко вы разобьетесь? Товарищи! Правление пошло на поводу у шизофренички! Верно! И потом... Что это значит? Что это такое спать-то вот это вот, а? Ну, спать! Спать! Будем устраиваться. Спать здесь. Ну, пойдем. Хватай, кто кого может. Не трогайте. Фетисов, Фетисов, оставьте Архара в покое. Ну, как вам не стыдно? Ведь вы же ученые, товарищи. Сейчас хорошо бы растянуться на самаре. Куда вы тащите муравьеда, родственница дипломата? Вы что, не понимаете, это экспонат? Поставьте на место! Ну что вы делаете? Ну что вы делаете? Прекратите! Товарищи! Товарищи! Мы должны защищать животных, а не наоборот! Вы что делаете с помощью? Ой, батюшки!
Кам! Кам! Ахал! Отойдите! Кам! Леночка, идите сюда. Идите, идите. Я приготовила вам царское ложе. Нахал! Развратник. Подкрался. Да почему? У меня жена дома. Воспользовался. С ума сходит. Подкрался. Хватит. Дайте спокойно поспать. Нахал. Слушайте, да вы-то тоже что? Господи, ну, чем дело? Боже мой, ведь ну, запах же отвратительный. Ну что это, в кое веки достал живого карпа? Такую очередь стоял, и все, зря что ли? Ой, все продукты испортились. Слушайте, вы... Новый жучок. Ноги-то уберите. Столько времени потерял. Я вспоминаю эвакуацию. Ташкентский вокзал. А я в первый в каком положении? Да вы что, ополоумели, что ли? А что, не тем устроили? Да. Прежде чем вы заснете, извольте дать мне справку, тряпка. Какую еще справку? Рыночная моя. Вот вам... Бумага, ручка, пишите. Что писать? Пишите, я продиктую. Справка. Дана гражданке Кушаковой, АА. В том, что она провела ночь в зоологическом музее. На общем собрании гаражно-строительного кооператива «Фауна». Куда справка? Для мужа моего. У меня муж ревнивый. В присутствии 29 свидетелей. Свидетелей чего? Подпишитесь и поставьте печать, пошляк. Завидую. Как вы с мужем-то живете? Не жизнь, а именины сердца. Печать у нее... Верная моя. Шлепните печать. Товарищ, ну раз пошла такая спячка, может, мы свет погасим? Правильно. Только давай, я не знаю, где... Ну, самое сначала можно ли еще свет покорить? Я согласна. Вот так вот. На тех, кто на меня наткнется. Тихо, все. Ой, в темноте страшно. Да брось, у вас дети тоже. Это чья рука? Ой. Дай богу, не дошу. Карпухин, это вы храпите? Ты за собой последи. Чем ты занимаешься, аспиранточка? Тема твоей диссертации лженаучна. Ты типичный псевдоученый. Изучаешь серебристого журавля. А он, между прочим, гнездится за границей. У нас бывает только пролетом. Этот журавль в небе вообще не наша птица. Ну уж не серчайте, дорогой Карпухин. Серебристый журавль птица темная. Она газет не читает. И поэтому представления не имеет, наша она или капиталистическая. Темная ночь. Ты, я знаю, родная, этого не спишь. Еще не хватало, Фетисов. Замолчите. Перестань ты. Один 7-летний мальчик написал стихотворение такое. У верблюда 2 горба, потому что жизнь борьба. Спи, моя радость. В доме погасли огни. Товарищ, подхватывайте. Дверь не разнулись огнем, зрячки уснули в пруду, вышки за печкою снули, месяц охочка, что там за дело родно, маски скорее. А я не согласен с Малаевой. Как это определить, кто лучше, кто хуже? По какой шкале? Все внесли одинаковую сумму, у всех одинаковые права.
Вы знаете, я предлагаю бросить жребий. Ой, жребий — это не наш метод. Мы не в карты играем, в конце концов. Причем жребий должны тянуть все, даже правление. Верно, верно. Жребий. Правильно. Пусть и правление тянет. Правильно. Правильно. Если у жребий, пусть тянут все. Насколько я понимаю, полусонные мои собрания стихийно продолжаются. Ну что ж, давайте продолжим прения. Давайте, давайте. Многоуважаемый Павел Константинович, вы крупный ученый, говорят, с мировым именем, вы член-корреспондент. В институте все зависят от вас, кроме меня. Я всего-навсего ветеринар. Если вас даже академиком изберут, звери от этого болеть не перестанут. Их надо лечить. Поэтому, бесценный мой, я вам скажу всю правду в глаза. У вас на одну семью два гаража. Ну что ж, мы с Мариной будем испытывать судьбу так же, как и все. Да, но правление-то имеет преимущество. Галантерей не мой. Правление дискредитировало себя. Ой. Ой. Ох, Павел Константинович, я глубоко уважаю вас как ученого, но ваш моральный облик... Так-так, интересно. Мне, как заместителю директора института, звонили из весомой организации. В овощном магазине 62-м люди покупали картофель в пакетах. И что они там находили? Неужели ананас? Не шутите, мальчик, не шутите. Они находили там визитную карточку Павла Константиновича со всеми его регалиями, званиями, телефонами и домашним адресом. Но что это за выходка? Кто вас отправлял на эту овощную базу? Да, ну, отправили всю мою лабораторию, всех моих научных сотрудников. И я посчитал невозможным для себя не пойти вместе с ними. Причем привык я работать добросовестно. И если я при окладе в 500 рублей пакую картофель, то я отвечаю за каждую картофелину. Жалобы на качество были? Вроде нет. А когда вы покупаете коробку конфет, ведь там внутри всегда лежит такая бумажка, укладчица, номер такой-то. А на овощной базе ни мне, ни докторам наук, ни кандидатам никаких номеров не давали. Вот я и вынужден был класть в пакеты с картофелем свою визитную карточку. Восхищаюсь вашей принципиальностью, Павел Константинович. Сегодня на собрании вы раскрылись вовсю. То вы за правление, то вы против. Я-то думал, что вы большой ученый, а вы элементарный собственник. Фу. Да, Сидорин, я собственник. Я не знаю, какой я ученый. Но самое обидное, что я еще и трус. Казалось бы, чего мне бояться? Но в молодости меня много били. Причем били за то, за что потом давали звания, премии. Но испугали на всю жизнь. Мне уже много лет. Пора бы уж перестать бояться кого бы то ни было. Грош цена вашей этой исповеди, дорогой мой. Все это вы лепите только для того, чтобы второй... мой гараж спасти. Как вы смеете так разговаривать с самим Павлом Константиновичем? Я все смею, девочка. Да Павел Константинович бескорыстная душа. Он плевать хотел на все эти ваши гаражи. А вы все. Все. Да вы просто озверелые мещане. Действительно докатились. Смазливые любовницы нам тут проповеди читают. Я не знал, что должен отчитываться перед гаражным кооперативом в своей личной жизни. Моя Наташа не любовница мне, а жена. Извинитесь перед ней, Карпухин. Немедленно. Извините, пожалуйста.
Я не знал, что вы жена. Ой-ой-ой. Чего только не бывает в биологии. Мама с дочкой в школе за одной партой сидели. Мамочка, поздравляю. Добилась все-таки своего. Ухватила богатого, знаменитого. Ты бесстыдница, доченька. Я просто люблю твоего отца. Любишь, любишь. Богатых и знаменитых всегда любят. Что же мне его из-за этого разлюбить? Девочки. Девочки, не ссорьтесь. Спи, моя милая, спи. Где ты, родная, усни. Я здесь сижу и пою. Спи, моя милая, спи. Да, Карпухин. Вы чудовище. Ладно, все, все. Я вообще не понимаю, зачем вам гараж в Москве? А где же он должен быть, по-вашему? Да в Сибири. Вы же собираетесь своих несчастных обезьян расселить в сибирской тайге. А, да-да. Что это за хреновина? Обезьяны там перемерзнут. Дилетантская точка зрения. Я, между прочим, занимаюсь выведением особого вида обезьян, морозоустойчивых. Господи, чего не приснится ночью? А зачем? Кому это нужно? Как? Ну как кому? Это имеет огромное значение для народного хозяйства. Верно? Молодец, Леночка. Да хватит, молодец, свои подковырки тут. В Индии обезьяны собирают кокосы. А мои макаки в сибирской тайге будут собирать кедровые шишки, лущить их, складывать в ящики, понимаете? Наклеивать ярлыки. Ну нет, наклеивать ярлыки это мы обезьянам не отдать. Что? Вы же, Павел Константинович, дали, между прочим, положительную оценку этой моей работе. Это лишний раз доказывает мою неразборчивость. Нет, нет, это лишний раз доказывает вашу принципиальность. Товарищи, я предлагаю исключить Карпухина. Здравствуйте. За что? Как за что? Ему нужен гараж где-нибудь между Томском и Хабаровском. Он будет ездить по тайге на своих «Жигулях» и проверять, выполняют ли макаки квартальный план. Молодец, Леночка. В таком случае тебе лучше иметь гараж в пустыне среди твоих гремучих и дремучих змей. Оставьте. Тебе удобнее будет добывать твой яд. Лилипутка. Зажгите, пожалуйста, свет. Попадешь ко мне в рот, не воротишься. Я им тоже покажу, в конце концов. Что это значит? Что вы нам покажете? Да он вам все покажет. Мы вам ничего не позволим показывать. Замолчите. Мы товарищ, вам сами все покажем. Товарищ, уже светает. Пора подводить неутешительные итоги. А этот толух стоит с плакатом. Ну что ты тут торчишь? Как вам не стыдно? Что вы говорите? Он же не может вам ответить. Он же безголосый. Простите, все осатанели и несут черт знает что. Признаюсь, это была не самая лучшая ночь в моей жизни. Я сдаю свои позиции, согласен на жеребьев. Надеюсь, что все-таки правление вы пожалеете. Сколько же мы для вас сделали, боже мой. По скольким кабинетам мы ходили, скольких людей уламывали. Сколько унижений испытали, сколько нервов, крови и здоровья мы потратили.
Когда цемента не было, всю бригаду в Большой театр на Жизель водили. По счастью, дирижера такса в это время страдал стригущим лишаем. Даже закон нарушали иногда. Кому пятерку, кому десятку, кому французские духи, кому конфеты. И все для общего блага. Хоть бы мне кто-нибудь французские духи подарил. Марин, когда эта бодяга кончится, поехали ко мне домой завтракать? О, на завтрак меня еще никогда не приглашали, обычно зовут ужинать. Ну вот видите, значит, у нас с вами начинается новаторство. Ой, я знаю, что я произвожу впечатление женщины, с которой можно начать за ужином, за обедом, даже за завтраком. Но сейчас вы скажете, что вы не такая? Нет, не скажу. Но и завтракать не поеду. Я уже свое отзавтракала. Не рано ли? Мой недавний муж отбил у меня всякую охоту к еде в любое время суток. Марин, ради вас я готов включиться в любую голодовку. Ну, хватит баланд травить, давайте жребий тянуть. Ладно, давайте сыграем в жребий. Только сначала избавимся от блатных. Боже, от сына, страшно сказать, самого милосердного. Так, папе мы врезали ни за что, ни про что. И от директора рынка. Ах ты, какая передовая. Сколько ты дала мужику за то, что он тебе дитя сотворил, а? Мужичонка-то храбрец попался. Ну, знаете, вы переходите уже всякие границы. Будьте любезны, дайте мне этот плакатик. Пойдите отсюда вон. Ты ушла бы я, да заперта. Обыскивать меня обыскивали. Теперь давайте в постель ко мне залезем. Мужа у меня нет. Не было, наверное, не будет. А насчет ребенка? Захочу еще одного заведу. Муж на сегодня. Не обязательно. Главное для женщины дети. Знаете, сколько таких, как я. И я счастлива. И мальчик мой счастлив. А насчет денег, которые я платила, как только ваш липкий язык повернулся, такое брякнуть. Вы хотели оскорбить меня, вы же себя оскорбили. Товарищи, я сейчас работаю над проблемой поведения животных в условиях повышенной опасности. Так вот, животные, моя милая, не уничтожают себе подобных. Да ладно, отвали. Не ерничать. Тигр не есть тигра, медведь не пожирает медведя, а заяц не убивает зайца. Вот, к примеру, если кит, если он ранен и не может всплыть на поверхность, чтобы глотнуть воздуха, тогда другие киты как бы подплывают под него и выносят его наверх. Мы, товарищи, мы же топим друг друга. Черт возьми. Я все молчал. Ну как же, меня купили, приняли обратно. Я растаял и предал моих товарищей по несчастью. Подумать только, что со мною стало. Да разве на фронте я себе так позволил? Ведь там ни хрена не боялся. А здесь из-за этого паршивого гаража. Есть такая избитая фраза. Я с ним бы в разведку не пошел. Так вот, сегодня я сам с собой в разведку не пошел бы. Молодец, Александр Григорьевич. Я тебя снова зауважал. Товарищи, я согласна с общим мнением, что мы должны исключить так называемых блатных. Но я не согласна с формулировкой, товарищи. Это не блатные, это полезные люди. Что такое Кушаков? Не просто директор рынка. Кушакова — это бетон, Кушакова — это железные ворота, Кушакова — это бульдозер. Да. Что такое сын Милосердова? Ну, не мне вам объяснять, товарищи.
Ну что стоит услуга, которая уже оказана? Мы должны их исключить. Так объявим хотя бы благодарность людям. А, вот за это спасибо. Я вашу благодарность видела в гробу в белых тапочках. Ну ничего, товарища Никеева, мы с вами еще посчитаемся. Мне с вами считать нечего. Так ли уж нечего? А вот когда у вас якобы не хватало денег на покупку «Жигулей», и вы у меня это заняли 1500. Боже, какая гадость! Какая гнусная, дешевая месть! Не такая уж она дешевая. Я вот зря с вас расписку не взяла. Ну что? Кляузница. Так что значит тю-тю? Плакали мои денежки? Ну ничего, красавица, вы их очень скоро восстановите. Ну и нравы в этом научном кооперативе. Хуже, чем на рынке, честное слово. На суде вам будет не до смеха, милая моя. Неужели Аникея убрала взятку? Вне всяких сомнений. Но доктор наук все-таки из-за денег мораться не станет. Хорошо. Значит, Ушакова, сын Милосердова. Третья, я думаю, дочка Смирновского хватит им. На семью одного гаража. Да. Что, я? Все. Ну, все-таки остался я без гаража. Я тебя, между прочим, предупреждала. Чего ты высовываешься? Впрочем, меня это мало волнует. Ты мне подарил машину. Пожалуйста, будь последователен. Я буду ее ставить в твой гараж. Ты молодожен, молодожен. А с милой Рай и без гаража. Ничего у тебя не получится, малышка. Да, почему же? Да, я лягу поперек гаража. Не переедешь же ты через родного папу. Это? Это кого хочешь переедет. Ну и четвертый. Гуськов! Как Гуськов? Опять Гуськов? Почему Гуськов? Должен же быть кто-то четвертый. Товарищ, предложение Никеевой хорошее. Значит так, двое блатных, дочка профессора и кто там четвертый? Гуськов, да, конечно. Да, да, Гуськов, правильно, Гуськов. Он для этого годится. Все. Толик, ты что сегодня по географии получил? Почему у тебя джинсы опять разорваны? Ты что, дрался? Вы что, спятили? Какой вам Толик? Толик, не груби маме. Людочка, Людочка, доченька моя, ну что ж ты опять не доела кашку? В твоем возрасте обязательно надо есть овсяную кашку, чтобы была здоровая печень. Перестаньте поясничать, жена Гуськова. Неутомимая моя, перестаньте нас разыгрывать, хватит. В конце-то концов. Гуськов, я тебя в последний раз спрашиваю. Ты почему вчера пришел после 11 вечера домой? А? Только ты мне не ври, что у тебя было собрание. У нас же двое детей. Ты что, завел женщину? Тебе не стыдно? Ну что ты молчишь? Что ты молчишь? Тебе что, нечего сказать? Господи, да она помешалась. Ну я, конечно, понимаю, что после всех этих забот с детьми, после этой домашней каторги, я уже не такая хорошенькая, как была раньше. Но я же не виновата. Но ведь это же твои дети. Это же наши дети. Толик, ну когда же ты станешь заниматься? Когда ты сядешь за уроки? Жуткое дело. Вот вы, городские, до чего можете человека довести? Разумная моя. Кроме тебя одной, у меня никого нет, не было и не будет. Я люблю тебя,
Одну. И, пожалуйста, успокойся. Пожалуйста, не нервничай. Все будет хорошо. Толик, садись учить географию. Толик, не огорчай маму. Да вы что, Толик? А то врежем. Ну, хорошо. Папы. А ты, Люда, ну-ка, ешь кашу. Мама, овсяная каша моя любимая каша. Гуськов, у нашей Людочки пальто совсем износилось, а девочки теперь ходят такие модные. Ой. Господи, что это со мной? Мне что-то холодно. Будьте любезны. Спасибо. С тобой все в порядке. Тебя здесь никто в обиду не даст. Хочешь, я для тебя сейчас сыграю что-нибудь очень хорошее? Ну, сыграй. Простите меня. Ну, пожалуйста. Ничего, ничего. Простите. Люди, люди, человеки! Одумайтесь, вон утро уже. Так мы вообще тут с ума все посходим. Заговорил. Фантастика. Немой заговорил. Это у меня от всего этого кошмара голос прорезался. Пайщики, ну давайте голосовать сразу за 3 пункта. Первое. Вышвырнем к чертовой бабушке блатных. Это раз. Чту память о моем гараже. Второе. Переизберем правление. Это 2. Так, кажется, нас свергают. И третье. Давайте, кто из нас лишний, пусть все-таки решает жребий. Голосуем сразу 3 пункта. Кто за, прошу поднять руки. Да. Я тоже за, конечно. Я тоже за. Ну, голосуйте, голосуйте. Разумное решение, конечно, надо не голосовать. А вы что, не согласны? Правильно. Молодец, жених. Нет. Карпуль. Ничего не поделаешь, я... Из большинства. Так, понятно, кто против? Подавляющее меньшинство. Так, значит, нужно нарезать 30 бумажек, и 2 из них несчастливые бумажки, пометить, ну, скажем, крестиком. Хорошо, но мы это сделаем без вас. Ладно, многоликий вы наш. Давайте, кто пожертвует для этого торжественного случая свою шапку? Я. Спасибо. Согласна. Спасибо. Так. Петр Петрович. Несчастье, откройте. О, Господи. Случилось. Неужели что-нибудь с внуком, а? Откройте. Сейчас. Что случилось? Подождите. Да подождите же. Все-таки. Ледосик. Ледосик. Что? Что случилось? Что? Пока ты тут заседаешь, нашу машину угнали. О, Господи, Боже мой.
Я-то думала что-нибудь с Сашенькой, как я испугалась. Машина стояла около третьего подъезда. Ты Когда Гай возвращался был? Отсюда, позвонил, сообщил им позвонил, номер нашей машины. Позвонил, бежать же надо да. туда, дай пальто. Давай, девай. Товарищи, поскольку по закону человек, не имеющий машины, не может быть членом гаражного кооператива, товарищ Аникеева автоматически выбывает. И помечать крестиком нужно только одну бумажку, товарищ. Продаете, миленький мой, да? Неподкупная моя. Вовремя предать это не предать, это предвидеть. Товарищ, не надо торопиться. Машину могут найти. Если машина найдется, мы тут же вставим товарища Аникееву в резерв. Как это все некрасиво. Ничего, дорогой мой, мы с вами поговорим завтра в другом месте и на другом уровне. Пойдем, Ледусик. Что, товарищи, на меня накинулись? Закон есть закон, не я его писал. Товарищи, вот. Пойдем, Ледусик. У всех на глазах я помечаю одну бумажку крестом. Вы увидите, что это единственную несчастливую бумажку вытащу именно я. Так, приступаем к жеребьевке. Жеребьевке. Кто первый? Товарищи, позвольте давай. Мне первому. У меня очень уважительная причина. Ну, давай. Да-да. Давай, не бойся. Давай. Смелее не дождется невеста. Счастливая! Спасибо. До свидания. Извини. Пустите, вы еще горько пожалеете обо мне. Я добьюсь, что магистраль перенесут, она пройдет по вашему участку. А частные гаражи мы снесем, как уродующее лицо города. И по этому месту будут мчаться автобусы и троллейбусы. Фу! Спасибо. Смотрите, она так могла попасть в глаз. Пусто. Как у вас? Поздравляю. Чтоб ты крестик вытянул. Я чист. Конечно. Позвольте. Ну, сейчас вот этому будет. Ну, Карпухин. Быстрее. Как в очко играет. Ну, правильно, так и должно быть. Потому что правда всегда на нашей стороне. Я боюсь. Давайте смелее. Сейчас. Я боюсь. По одной бумажке берите, по одной! Товарищ! О, я с гаражом! Ну что, все? Хорошо, конечно. Крестов нет! Товарищ! А кто? Кто же крестик-то вытянул? Товарищи, я не тянул. Сейчас он опять голос потеряет. Да ну, нехорошо. Не жалко. Чисто. Смотрите. Пожалуйста. Товарищи, кто-то не тянул жребий. В шапке одна бумажка кто-то еще. Кто-то все-таки не тянул. Кто не тянул жребий? Поднимите бумажки все. Кто не тянул? Вот. Тяните жребий. Вытащите эту бумажку, счастливый вы наш.